продолжение. Я уже здесь подъел, здесь было 4 сардельки, вот одна осталась. Очень вкусные сардельки, отварные, 200 грамм. Потрясающий вкус, прям ешь с таким аппетитом. Вот сыр нарезной. Вот так вот он выглядит. Очень вкусный. А это колбаса. Тоже нарезная. Откроем. Ну, не будем трогать руками. Вот так вот выглядит финская колбаса. 300 грамм упаковка. А сыр 200 грамм. Упаковка. Опять же, нарезной сыр. Не нарезной, стоит дешевле. Но так как резать лень, поэтому вот такой вот удобнее. Вот. Ну, это из того, что осталось. Как раз на вечер, на утро поесть и ехать домой. Все. Так, собираюсь. Уже, вернее, собрался. Все. Сейчас буду уезжать. Заправил кровать для приличия. Вот так все выглядит. Хороший номер. С чайничком. Набор я этот не трогал. Вон там холодильник. Ну, хорошие мягкие кресла. Тумбочка здесь. Тумбочка тут. Душ. Отдельно тут туалет. Шкаф. Ну, этой половинкой я не пользовался шкафа. Так, ну и все. Уезжаем. Еще зеркало, кстати. Ну все. Надеюсь, ничего не забыли. Это лифт. Второй этаж — это ресепшн. Ну вот, уезжаем. Двери открываются автоматически здесь. И все. Отель Артур. Ну и так вот выглядит. Все, идем на вокзал.
Пока супермаркет так что-то не работает здесь, по-моему. Красивая подсветка у здания, смотрите. Фонари висят. А это кинотеатр, и здесь же в этом здании казино. Вот Финкино. Шазам скоро будет. Avenger. Вот Капитан Марвел я смотрел. Ходил. Мне понравился, хороший фильм. А вон луна. Справа фонарь, слева луна.